играл, для тебя это богатейший опыт. Не я стану думаю, с этим это очень интересно. У нас начинается схватка. Итак, Александр лежит на голову. Парни очень-очень разные визуально. О, и сразу у нас Александр хоть и сделал выход на бросок прямо с раздевалки, так сказал бы. Я сейчас задумался, а кто устает больше? Спортсмены или рефери? В нашем случае рефери Александр, находится... да, очень... Ух ты! Сейчас опять у нас на треугольник опять пытался выйти у нас Бахром. Саша очень на треугольнике он так и остался. Я, если честно, больше слышу спину. Даже... Аркадий, спину даже не надо тебя. Выпрямить. Нет, Александр, я думаю, все. Я очень хорошо слышу голос Александр... одного из спортсменов, Вячеслава, который Александр... будет биться сегодня. Александр у нас делает совершенно неверные действия. Все, заснул. Нет. Заснул? Ну, он бы заснул. Я думаю, недолго было. Защиту неправильную делал. Высказывание из зала, да пусть дерутся. Но я всегда в этом смысле на стороне рефери, на стороне Кирилла.